Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим компрессор Ураган, моделька 90-180. Давайте рассмотрим комплектацию. Сразу скажу, что данный компрессор рассчитан на максимальный радиус колес 15. Гарантия 2 года. Поставляется в тряпчатом чехле. Есть ножки для того, чтобы удобнее и устойчивее стоял. Также защелка пластиковая и ручка для удобства транспортировки. В комплекте идет сам компрессор. Кабель отсоединяется основной. Длина кабеля 1 метр. Он накручивается на ниппель. И, соответственно, второй конец накручивается к компрессору. Максимальное давление, которое может выдать данный компрессор, это 7 атмосфер. На манометре это указано, также манометр. Есть ручка для удобства также транспортировки. Выполнен он в основном из металла. Есть пластиковые вставки. Есть также резиновые подножки. Можно смело ставить на асфальт, не боясь, что он повредится или поцарапается. Также есть включатель и выключатель. Длина кабеля питания составляет 3 метра, подключается в прикуриватель, на конце коннектора есть предохранитель. Также в комплекте идет подробная инструкция, сзади находится гарантийный талон, и также есть дополнительные адаптеры. Можно накачать матрас, либо иголкой накачать мяч. Это все возможно. Максимальная производительность данного компрессора составляет 35 литров в минуту. Напряжение 12 вольт. Максимальный потребляемый ток 14 ампер. Мощность 170 ватт. Также время непрерывной работы в течение 20-25 минут может работать данный компрессор. Максимальное давление, так как я уже говорил, 7 атмосфер. Ну и в принципе все, что можно сказать о данном компрессоре.